Каждый день, листая газеты, включая телевизор, мы становимся свидетелями разгула преступности и насилия. Вряд ли кто из нас может предположить, что в любой момент может оказаться жертвой грабителя, насильника или убийцы. Наш фильм поможет вам защититься в трудной ситуации. В жизни встречается много ситуаций, связанных с падением человека. Получить травму возможно не только в результате физического воздействия нападающего, но и в банальной ситуации, поскользнувшись на обледенелой дорожке. Техника падений в реальной жизни отлична от падений на ковре в борцовском зале. Исключены хлопки руками, предъявляются более серьезные требования к предохранению головы и суставов. Особенности самостраховки на твердом покрытии мы рассмотрим с вами в данном разделе. Один из вариантов безопасного падения – перекатом назад через бок. Теряя равновесие в направлении назад, необходимо повернуться боком, подставить ногу, приседая. Плавно перенести вес тела на руки, перекатиться по круглой спине. При падении важно осуществить поворот туловища, предохраняя позвоночник и голову от удара об землю. Падение вперед на руки. Выполнить наклон туловища вперед, слегка согнув ноги, амортизируя руками, предохранить тело от удара об землю. Локти при падении необходимо прижимать к туловищу. Вариант падения вперед кувырком через плечо. Перенося вес на впереди стоящую ногу, наклониться вперед и, упираясь руками, перекатиться по округлой спине. Ноги при выходе из кувырка необходимо скрестить, чтобы беспрепятственно выйти в боевую стойку. Прежде чем освоить технику самозащиты, необходимо изучить уязвимые места тела человека. Выполнение приемов связано с использованием слабых сторон организма, что повышает их эффект воздействия на человека. Каждая зона поражения характеризуется своими особенностями по результатам воздействия, от легкого шока до летального исхода. Знание этих зон позволит вам подбирать средства, адекватные создавшейся ситуации.
Одним из эффективных средств проведения защитных действий является техника ударов руками. При ударе рукой большое значение имеет правильное положение конечности в момент удара. Эффективность удара зависит от силы, быстроты и точности его нанесения. Способы выполнения ударов руками на различных дистанциях с учетом зон поражения человека представлены в разделе «Удары руками». На ближней дистанции эффективно атаковать голову соперника, нанося различные удары сбоку, снизу, в подбородок, в висок. Опасные удары наносимы в горло, тычком или вилкой. К серьезным травмам приводят удары, наносимые основанием ладони, снизу в подбородок и носогубную складку. Эффективны на ближней дистанции также удары, наносимые локтем, в голову снизу и сбоку, особенно усиленные захватом второй руки. На средней дистанции применяются преимущественно прямые и боковые удары. На данной дистанции решающее значение приобретает умелое маневрирование. Применяются прямые удары кулаком в подбородок, боковые в челюсть, в висок. Варианты удара ребром ладони в основание шеи. Эффективны прямые удары пальцами и вилкой в горло и глаза. На ближней дистанции также эффективны удары руками, наносимые в туловище. Это в основном короткие прямые боковые удары кулаком в область солнечного сплетения, левой и правой подреберья. Сокрушительные воздействия оказывают удары локтем. Снизу туловища можно атаковать на ближней дистанции различными ударами в пах. При нанесении удара со средней и дальней дистанции в область туловища применяются различные подшагивания-скачки, которые усиливают мощность воздействия. Удары наносятся по всем зонам поражения. Добавляются рубящие удары, а также прямые удары в паховую область.
Удары ногами очень эффективны, отличаются большой силой и просты в исполнении. Основное требование к технике ударов ногами – быстрота, точность, сила и устойчивое положение в момент нанесения. В целях самозащиты удары эффективнее наносить в нижнюю часть туловища – живот, пах, а также по ногам, коленям, голени, подъему стопы. Удары ногами обладают очень большой силой. Нет необходимости выполнять высокие амплитудные движения. Короткие, мощные, они принесут больший эффект при умелом их нанесении. Выполняются удары коленом в лицо, солнечное сплетение, в пах, по бедру. Используются как прямые, так и боковые удары. Хорошо использовать как отвлекающие удары, удары стопой в голень и подъем стопы. На дистанции, не давая возможность противнику приблизиться, следует наносить хлесткие, травмирующие удары в живот, колено, по бедру и голени противника, лишая его опоры. Удары являются мощным средством внезапного поражения противника и часто решают исход схватки. В боевой ситуации важна не только сила, но в большей степени точность нанесения ударов по зонам поражения. Сочетая удары с другими средствами самозащиты, вы получите достойное оружие. Удары головой могут быть нанесены лобной или затылочной частью. Наибольший эффект удары головой дают при нанесениях в область лица, челюсти, подбородка. В зависимости от способа нанесения ударов и конкретной ситуации могут применяться различные варианты защиты. В этом разделе мы рассмотрим защиты от ударов. При проведении защитных действий от ударов используются различные способы. Защитные движения туловищем имеют большое значение, так как оставляют свободными руки для проведения контратакующих действий. Применяются уклоны туловищем влево и вправо, а также отклонение назад. Для защиты в основном от боковых ударов применяются нырки. Хорошо сочетать нырок с ответным ударом рукой в туловище, реже в голову соперника. Защита ногами основана на выполнении уходов, а также против ударов ног ответными ударами, блоками, подставками. Защита движением рук включает в себя подставки, отбивы, блоки и захваты. Выполняются в различных фазах атаки соперника, на замахе, момент выполнения, в конце движения. Нужно искусно выполнять защиты, как правой, так и левой рукой. Направление защитных действий руками вверх, вниз, в стороны. После выполнения защит руками можно нанести ответный контрудар. При выполнении защиты от ударов желательно сочетать все способы.
Защита от ударов ногами аналогична защитам, применяемым от ударов рук. В качестве защитных действий от ударов ногами также можно использовать захваты с проведением ответных действий. Уходя с линии атаки, встретить скрещенными руками ногу соперника. Захватить голень, вывести из равновесия рывком вперед, выбивая опорную ногу. Наступив на ногу противника, фиксировать ее к земле. Вращая стопу другой ноге, травмировать голеностопный сустав. Перейти на ущемление икроножной мышцы, заправляя ногу в подколенный сгиб. И подчиняя соперника болью, осуществить обыск, связывание и другие действия. Защита подставкой и выполнением задней подножки. Двигаясь навстречу сопернику, захватить ногу, придерживая ладонью его колено. Наклоняясь вперед на захваченное бедро, провести заднюю подножку. Во избежание ответных действий ногами придержать рукой свободную ногу. Защиту сближением и выполнением подсада бедром с последующим переходом на конвоирование. Во время атаки соперника стремительно сблизиться, выполняя захват руки и ноги. Провести, подбив бедром под таз противника, опрокидывая его на землю. Управляя полетом соперника, постараться сбросить его на голову. Фиксировать руку для проведения последующих действий. Броски – достаточно эффективные средства защиты. Они применяются для перевода нападающего из стойки на землю, чем создаются благоприятные условия для последующего проведения ударов или болевых приемов. Некоторые варианты бросков из реальных ситуаций самозащиты мы рассмотрим в данном разделе. Задняя подножка – как ответное действие при нанесении ударов руками. Блокируя руку предплечьем, выполнить захват руки и шеи соперника. Выводя из равновесия назад и в сторону, перенести ногу через опорную ногу соперника. Выполнить бросок, опрокинув нападающего на землю. Нанести лежащему сопернику добивающие удары коленом и руками. Выполнить болевое воздействие на суставы рук. Зацеп стопой снаружи в подколенный сгиб. Уходя с линии атаки, захватить руку и, накладывая кисть на лицо противника, нанести зацеп удар подъема стопы в подколенный сгиб. Вводя голову сопернику рукой за себя и продолжая подбивать ногу, опрокинуть на землю, не теряя контакта с противником, выполнить болевое воздействие на кисть. Боковой переворот – как ответный прием при атаке соперника ударами рук.
выполнив нырок под руку соперника, сблизиться с ним. Осуществляя захват туловища одной рукой и бедра сзади другой, оторвать соперника от земли, выполнить вращение, вскидывая его ноги вверх и сбросить на землю головой вниз. Выполнить захват руки на болевой прием, в данном варианте узел плеча. Бросок с захватом двух ног, как ответные действия при нападении соперника ударами рук и ног. Нырком уйти под руку соперника, сблизиться с ним и выполнить захват ног снаружи. Развернуться и опрокинуть противника на спину. Поворачиваясь, надавить бедром на коленный сустав сбоку. Выполнить узел бедра, травмируя колено и тазобедренный сустав. Бросок обратным захватом ноги снаружи. Противник выполняет захват руки двумя руками снаружи, сковывая движение. Используя захваченную руку соперником как активный атакующий элемент, захватить за мошонку соперника, причиняя ему боль, надавить предплечьем на внутреннюю поверхность бедра. Свободной рукой выполнить обратный захват голени соперника снаружи и, продолжая надавливать предплечьем на бедро соперника и отрывая ногу от земли, опрокинуть его назад за себя. Как вариант, бросок обратным захватом двух ног из подобной ситуации. Бросок через бедро, проводя защитные действия при обхвате туловища и шеи. Противник выполняет обхват туловища сбоку сзади, наваливаясь. Обхватив противника за поясницу рукой и развернувшись, наклоняясь вперед и подбивая соперника тазом, выполнить сброс на землю. Бросок через спину, как ответное действие при попытке соперника выполнить удушающий захват сзади предплечьем. Выполнить захват кистями предплечья, страхуя горло, присесть. Наклонившись, выполнить бросок через спину. Не выпуская руку соперника, провести болевой прием. Бросок через спину с захватом руки на плечо, как ответное действие при охвате туловища и рук. При проведении защитных действий очень важно выполнить захват ладонью предплечья соперника, чтобы во время приседания противник не выполнил удушающий захват. Присесть, фиксируя руки атакующего, и нанести удар в пах соперника рукой, развернуть свое туловище поперек и провести бросок. Не выпуская кисть соперника и дожимая руку, выполнить болевой прием. Бросок с зацепом стопой снаружи при выполнении обхвата туловища сзади. Противник нападает, обхватывает туловище сзади, сковывает движение, тащит за собой назад, опрокидывая. Выполняя шаг назад, подчиниться его воздействию, зацепить стопой снаружи голень соперника, препятствуя его движению. Выполнив захват двумя руками впереди стоящей ноги соперника, подтянуть ее вверх. Отшагивая назад, нанести удар стопой в пах соперника. Очень важно не спешить выполнить захват руками ноги противника без предварительного зацепа, чтобы соперник не сбил вперед. Бросок передней подсечки при атаке соперника ударами рук. Защищаясь, выполнить блок наружу с последующим захватом. Выводя из равновесия противника вперед рывком, перекрыть стопой разноменное колено. Продолжая скручивающее движение, заставить соперника упасть на землю. Преследуя лежащего, выполнить болевой прием. Бросок выведением из равновесия скручиванием при угрозе соперника проходом ноги. Отшагивая, пропустить атакующего, накладывая руки на шею и в подмышечную впадину, добиваясь болевого эффекта в плечевом суставе. Заставить противника вращаться вперед кувырком.
Во многих ситуациях самозащиты действенным средством является выполнение болевых приемов. Их цель – обезоруживание, освобождение от захватов, задержание и сопровождение нападающего. Определенным образом, воздействуя на различные суставы и мышцы соперника, мы подчиняем его своей воле, а в отдельных случаях травмируем.
Давай, валяй. В следующем фильме «Самбо. Отражение нападения» мы рассмотрим применение изученных базовых приемов – бросков, ударов, болевых – в конкретных ситуациях самозащиты. При нападении противник часто пытается выполнить захват частей тела, туловища, одежды. Подобные захваты необходимо предупреждать, а попав в ситуацию, немедленно освободиться, применяя для этого различные средства, рассмотренные выше – удары, болевые или броски, что мы и продемонстрируем в данном разделе.
освобождение при захвате за запястье разноименной руки, выскальзывая. Выполняется резким рывком на себя. Одновременно необходимо вращать предплечье так, чтобы лучевая кость выходила из захвата между большим и другими пальцами атакующего. Вариант освобождения, выполняя рычаг кисти с вращением. Вращая захваченную кисть наружу, захватить свободной рукой большой палец. При этом необходимо одновременно надавить на тыльную часть кисти в болевую точку. Отшагивая назад рывком, травмировать руку соперника в лучезапястном и локтевом суставах. Вариант освобождения, выполняя рычаг локтя с последующим переходом на конвоирование загибом руки за спину. Вращая захваченную руку так, чтобы предплечье противника попало в вилку большого пальца и ладони, второй рукой осуществить захват запястья. Одновременно выполняя удар ногой в голень разноименной ноги, вывести из равновесия противника. Захватывая плечо соперника в треугольник бедро-ребра-плечо, выполнить рычаг локтя. При обратном захвате запястья разноименной руки, сбивание локтем, вращение вовнутрь. Накрывая локтем предплечье атакующей руки соперника, выполнить сбивание захвата. Как вариант освобождения можно использовать выполнение рычага локтя. Еще один вариант освобождения от захвата руки – нажатием на болевые точки локтевого сустава и перепонку большого пальца руки. Как вариант освобождения от захвата можно использовать удар ногой в колено соперника. Освобождение при захвате за запястье одноименной рукой выполняется рывком от себя, предварительно вращая предплечье наружу, так, чтобы лучевая кость выходила из захвата между большим и другими пальцами атакующего. Свободной рукой необходимо захватить предплечье соперника, придерживая его. После освобождения руки выполнить рычаг кисти наружу. Накладывая освобожденную руку на кисть противника, воздействовать на кисть. Необходимо разворачивать кисть соперника параллельно ладонью к полу. Между предплечьем и плечом стремиться выдержать угол близкий к 90 градусам. Дожимая кисть, бросить противника на землю. Вращая кисть в сторону мизинца и упираясь другой рукой в локоть, перевернуть соперника лицом вниз. Вариант освобождения, вращая кисть с уходом за спину. Как вариант, травмируя локтевой сустав. С ударом отрываясь.
переходом на загиб руки за спину. Накладывая свободную руку на пальцы, выполнить рычаг кисти с вращением. Противник, защищаясь, разворачивается. Перейти на рычаг локтя. Освобождение от захвата предплечья двумя руками выполнением рычага локтя. Вращая руку, захватить запястье. Накладывая локоть, перейти на рычаг локтя. Освобождение рывком, усиливая воздействие второй рукой. Направление усилий в сторону большого пальца. Противник выполняет захват одной рукой за пальцы, второй за запястье. Сбить захват основанием ладони и нанести удар локтем в лицо. Выполнить рычаг локтя. При другом варианте освобождения от захвата предплечья двумя руками применяется вариант вращением. С последующим переходом на загиб руки за спину. При захвате за одежду на груди выполняется рычаг большого пальца. Эффект воздействия можно усилить, надавливая на болевую точку в районе локтевого сустава. Фиксируя кисть на груди, второй рукой надавить на локтевой сгиб. Осуществить вращение кисти.
нанести коленом удар в голову. Захватывая запястье, выполнить рычаг локтя с последующим переходом на загиб руки за спину. При захвате за волосы наложить ладонь на кисть соперника, второй рукой подбить локтевой сгиб и перейти на загиб руки за спину. При защите от обхвата туловища спереди существует много способов освобождения. Надавливая в основание носа, упираясь руками в подбородок, надавливая в подушные впадины, выполняя захват головы, скручивание в шейном отделе позвоночника, разорвав дистанцию, нанести удар коленом в живот, а также основаниями ладоней по ребрам. Характерные ошибки, возникающие при освобождении. Необходимо избежать излишнего прогиба в пояснице. Ноги находятся рядом, и чтобы не быть сбитым с ног, необходимо для улучшения устойчивости отвести одну ногу назад. При отработке эти варианты освобождения выполнять необходимо аккуратно во избежание травмы позвоночника. При обхвате туловища и рук необходимо развести локти в стороны, упираясь ладонями в пах. Шагом назад выскользнуть из захвата. Наиболее простой способ освобождения при обхвате туловища сзади за счет выполнения серии ударов локтями в голову. Выполняя обманные движения не быстро, резко атаковать висок другой рукой. Как вариант, может быть использован удар затылком в лицо соперника. Убирая таз, можно нанести удар кулаком в пах сопернику. Нанося удар локтем в голову атакующему, выполнить рычаг кисти.
В данном варианте необходимо плотно фиксировать одноименное плечо соперника, надавливая на кисть развернуться и выполнить переход на конвоирование загибом руки за спину. Если противник при выполнении обхвата расставляет пальцы, выполнить освобождение рычагом пальца. Увеличить эффект воздействия, надавливая на болевые точки кисти. Освободившись, не теряя контакта с противником, перейти на сопровождение загибом руки за спину. Выполняя рычаг большого пальца, проводить надавливание на тыльную часть кисти в болевую точку. При разрыве захвата следует быстро развернуться лицом к сопернику, захватить его локтевой сгиб. Направляя кисть в локтевой сгиб, перейти на конвоирование. Как вариант тактической подготовки при освобождении, можно выполнить надавливание на кисть соперника одной или двумя руками. Наиболее опасным является нападение противника удушающим захватом. Даже неудавшаяся попытка может привести к временной потере контроля над ситуацией. Способы защиты от удушающих захватов мы сейчас и рассмотрим. При атаке за шею сзади пальцами захватить руку соперника. Четыре пальца за большой, большими пальцами упереться в тыльную часть кисти. Разворачиваясь в направлении захваченной руки, выполнить рычаг кисти, помогая свободной рукой. Продолжая выполнять рычаг кисти, опрокинуть соперника на землю. We'll be right back.
Как один из вариантов, рассмотрим выполнение защиты с ответным ударом. Накладывай ладонь на разноименную кисть соперника, прижать к своему плечу. Разворачивай в сторону захваченной руки, нанести удар по туловищу соперника. Срывая руку, перейти на рычаг кисти. При попытке удушения спереди пальцами освобождение осуществляется подбивом вверх предплечьями. Вкладывая ладонь в ладонь, локти разведены в стороны клином. Голову необходимо вжать в плечи, прижав подбородок к груди, одну ногу отставить назад, чтобы нападающий не мог опрокинуть. Освобождение может быть комбинировано с ответным ударом, сцепленными руками по лицу сверху вниз. Защита от удушения, накладывая кисти на руки соперника, с последующим выполнением рычага локтя. При освобождении можно нанести отвлекающий удар ногой в колено сопернику. При сбивании захвата туловище следует развернуть. Осаживаясь, выполнить рычаг локтя. Наиболее сложным при освобождении является вариант при нападении противника захватом горла сзади, накладывая предплечье. Одноименной рукой необходимо заблокировать локтевой сгиб руки соперника, освобождая горло. Другой рукой выполнить движение вокруг своей головы, захватить подбородок, глаза или нос соперника. Прокручиваясь вокруг своей продольной оси, направить усилие в направлении тяги соперника и опрокинуть его на землю. Движение можно усилить, комбинируя контратаку с ударом колена в живот. Один из вариантов самозащиты от попытки удушения предплечьем сзади является уход нырком. Чтобы избежать повреждений шеи, необходимо заблокировать рукой локтевой сгиб соперника. Нанести удар локтем в пах и перенести свою ногу шагом за ноги атакующего. Продолжая вращаться от соперника, вывести голову из захвата. Не отпуская предплечья атакующего, выполнить переход на конвоирование. Необходима согласованная работа мышц туловища, ног и рук для более эффективного ухода. Как вариант самозащиты, может служить бросок обратным захватом ноги. Блокируя локтевой сгиб соперника, предохранить шею от повреждения. Перешагивая через ногу соперника, нанести одновременно удар локтем в пах. Захватывая бедро соперника разноименной рукой, перебросить нападающего через свое бедро назад в сторону за себя, наваливаясь телом на его туловище. Оказавшись на земле, нанести удар кулаком в пах.
качестве ответного действия можно использовать классический бросок вертушка. Противник пытается выполнить удушающий захват, выводит из равновесия, заваливая на свое колено. Плотно захватив локтевой сгиб соперника, упасть в направлении усилий нападающего. При этом необходимо выполнить вращательные движения вокруг своей продольной оси. Накручивая противника на себя, опрокинуть на землю, освободиться от захвата ударом локтя в пах. Очень важно в момент вращения не опускаться на свои колени, чтобы противник не имел дополнительную опору и не остановил защитные действия осаживанием. Завершая освобождение, развернуть противника на грудь и контролировать его действия, выполняя рычаг кисти. Рассмотрим ситуацию, когда соперник выполнил захват шеи сбоку, скручивает голову, затягивает под себя. Блокируя руку соперника, которую он выполняет удушающий, другой рукой атаковать его лицо, нос, губы, глаза, волосы, а также гениталии. Скручивая голову за себя назад, и перекрывая его ноги, опрокинуть нападающего на землю. В тесном помещении это движение можно направить на окружающие предметы – стена, столб, мебель. Вариант самозащиты от попытки удушения предплечьем сбоку является уход нырком. Нанося удар в пах, захватить предплечье, упираясь другой рукой в таз, вывести голову из захвата. Выполнить прием сопровождения. Возможна ситуация, когда противник выполняет захват шеи спереди. Нанося удар в пах, нырком выйти из захвата. Толкая грудью предплечье атакующей руки соперника. Не отпуская руки, перейти на прием сопровождения. Как вариант освобождения от захвата шеи спереди, может быть ответная атака ногой или рукой в пах со скрученной рукой шеи. Первый момент – нанести удар рукой в пах. Другой рукой – захватить шею сверху. Скручивая, нанести удар коленом в живот или основанием ладони в область печени. Оказавшись при нападении на земле, не стоит отчаиваться.
Уверенные и решительные действия в подобной, казалось бы, проигрышной ситуации могут привести к положительному исходу. Рассмотрим некоторые из подобных ситуаций. Противник атакует со стороны ног. Подвести стопу низ голени. Нанести другой стопой удар в колено. Опрокинуть соперника на землю, принять боевую стойку. Противник атакует сбоку. Выполнить блок руками, предохраняя голову от удара. Нанести встречное движение стопой в пах. Накладывая голень на подколенный сгиб соперника, сбить его на землю. Противник находится верхом, наносит удары и выполняет удушающие действия. Накладывая предплечье на локтевой сгиб руки соперника. Другой рукой выполнить удар в голову. Сбросить соперника с себя. Выполнить ответные действия, нанося удары в голову, в пах, в туловище. Как вариант освобождения, захватом отворота одежды, контролируя руку. Необходимо постоянно осуществлять блокирование рук и головы соперника. Возможна ситуация, когда одна рука прижата к туловищу, противник атакует удушающим. Использовать зажатую руку как активный элемент. Свободной рукой захватить одежду на груди. Толкая другой рукой в бедро, опрокинуть соперника на землю. Выполнить ответные действия, нанося удары в голову, в туловище, в пах. Более сложная ситуация, когда две руки прижаты к туловищу. Противник выполняет удушающее воздействие. Прогибаясь, сбросить соперника через себя. Выполнить ответные действия. При атаке соперника со стороны ног в положении на земле наиболее распространенным контратакующим действием является рычаг локтя с захватом руки между ног. Блокировать руки соперника предплечьями, препятствие нанесению ударов. Захватить отворот одежды. Пропуская руку между ног, захватить бедро ноги соперника. Плотно сжимая бедрами плечо соперника, сбить его ногами на спину. Переразгибая руку в локтевом сгибе, добиться болевого эффекта. Проведение болевого приема рычаг локти можно комбинировать с проведением удушающего приема отворотом одежды.
Противник атакует со стороны ног, нанося удары руками. Накладывая ногу на спину атакующему, сбить его на грудь. Накладывая лучевую кость своего предплечья на плечо соперника, выполнить рычаг локтя с ущемлением трицепса. Сцепляя ноги, выполните удушающий прием. В положении лежа на спине возможно проведение узла плеча, выполняя перевод противника в сторону, плотно прижать плечо к груди, накладывая запястье на предплечье, выполнить захват ключом. Необходимо плотно фиксировать бедро, прижимая коленом к земле, распрямляя руку, добиться болевого эффекта. Защита от нападения противника со стороны ног, угрожая болевым приемом узел плеча. Необходимо фиксировать ногу, в направлении которой будет осуществляться уход. Сбивая соперника на землю, захватить руку на узел. Выполнив уход, выполнить переразгибание руки в локтевом суставе. Как вариант преследования может быть выполнение болевого приема «узел бедра». Захватив голень соперника и используя свою ногу как направляющую, подтянуть голень к тазу, добиваясь болевого эффекта. Как вариантом самозащиты в положении лежа на спине могут быть ответные действия с захватом головы соперника. Воздействие на болевые точки, а также на шейный отдел позвоночника, провести скручивание головы. Захватив голову соперника, можно нанести удар лбом в лицо. После этого выполнить сбрасывание в лицо. После этого выполнить сбрасывание. Серьезную опасность представляет вооруженный противник. Требуется огромное самообладание, а также повышенное внимание за всеми действиями соперника. Тактику поведения при угрозе холодным оружием мы сейчас и рассмотрим. Прежде чем изучать защиту от ударов ножом, необходимо рассмотреть способы его хвата. Лезвие в сторону большого пальца – наиболее распространенный хват. Лезвие в сторону мизинца. –
скрытый хват. Лезвие скрыто предплечьем, проходит вдоль руки. Различают различные способы атаки ножом. Прямой. Боковой удар. Удар ножом снизу. Удар наотмашь. Наотмашь с разворотом. Защита от удара ножом снизу, выбивая нож. Блокируя предплечьем, захватом запястья. Нанести основанием ладони удар по кисти, в которой находится нож, выбивая его. Затем нанести удар в голову. Удар снизу, вариант выполняя рычаг кисти наружу. Выполнить блокирование запястья соперника с последующим захватом. Наложить вторую руку на кисть, разворачивая руку с ножом и выполняя рычаг кисти, бросить противника на землю. Обходя лежащего соперника со стороны головы, развернуть его на грудь и, дожимая кисть, выполнить отбор оружия. При ударе ножом сверху с вращением выбить нож. Выполнить блок предплечьем, вращая руку соперника в сторону, осуществить скользящий захват запястья вооруженной руки соперника. В заключительной фазе вращения сделать хлесткий рывок, выбивая нож. Комбинировать выбивание с ударом ногой или рукой. Важно не потерять выбитый нож, зафиксировать его ногой и, контролируя действия соперника, взять в руку. Более сложный вариант при ударе ножом сверху. Выполнить блокирование предплечьем, накладывая пальцы на запястье, потянуть руку соперника к своей груди. Второй рукой снизу, сложив пальцы, отобрать нож, используя его как рычаг. Нанести рукоятью ножа боковой удар в висок сопернику. При нанесении прямого удара ножом защититься, выбивая его. Уходя с линии атаки наружу, выполнить захват запястья, нанести удар основанием ладони по кисти, выбивая нож, не выпуская руки, атаковать ногой в подколенный сгиб. Защита от прямого удара ножом, рычагом кисти. Уходя с линии атаки, блокировать и захватить руку соперника, накладывая свою вторую руку, выполнить рычаг кисти наружу, дожимая, отобрать нож. Нанести удар коленом в лицо соперника. Более сложный вариант защиты от прямого удара ножом в грудь. Вращая соперника на грудь, рычагом плеча. Уходя с линии атаки, захватить руку противника, нанести другой рукой отвлекающий удар в голову. Вращением прижать плечо соперника к своей груди, одновременно выполнить захват шеи сзади. Заваливая противника назад и поворачиваясь в направлении руки, вооруженной ножом, сбить на землю. Надавливая коленом на лопатку противника, выполнить болевое воздействие на плечевой сустав, отобрать нож. При ударе ножом наотмашь блокировать с переходом на загиб руки за спину. Остановить руку двумя предплечьями, нанести отвлекающий удар ногой в пах. Захватив кисть, вооруженную ножом, осуществить скручивание ее. Перейти на загиб руки за спину. Отобрать нож.
защиты от удара ножом наотмашь, выполняя рычаг локтя. Защититься, уходя за спину соперника. Захватить вооруженную руку одноименной рукой и шею другой. Продолжая вращаться, растянуть руку, сбить противника на колени. Присесть, надавливая туловищем на локтевой сгиб руки соперника, вызывая боль. Надавить на кисть, вооруженную ножом, осуществить отбор оружия. Защита от угрозы ножом, используя подручные предметы, в данном случае куртки. Резким ударом сбить атакующую руку противника вниз. Нанести травмирующий удар рукой или ногой. Как вариант, набросить куртку на голову нападающего. Захватив руку, выбить нож. Нанести удар ногой по туловищу. Хотели бы пожелать вам, чтобы ни одна из подобных ситуаций не встретилась на вашем жизненном пути. Лучший бой — несостоявшийся бой.